Здравствуйте, студенты. Номер 7 лекция «Молочно-кислое брожение». Сегодняшние вопросы – гомоферментативные молочно-кислые брожения и молочно-кислые бактерии. Последовательность биохимических реакций, лежащих в основе гомоферментативного молочно-кислого брожения, получила название гликолитического пути, гликолиза, фруктоза, дифосфатного пути и пути Эндена Мейергофа Парнаса по именам исследователей, внесших большой вклад в изучение этого процесса. Основными энергетическими ресурсами для бактерий, осуществляющих гомоферментативное молочно-кислое брожение, служат моносахара и дисахара. В процессе подготовки к энергетическим преобразованиям дисахара ферментативным путем расщепляется до моносахаров. Различные моносахара, прежде чем подвергнуться преобразованиям, должны превратиться в глюкоза-6-фосфат. Превращение различных субстратов в один исход для дальнейшего его метаболизирования по данному пути очень важен. От того, что служит исходным энергетическим ресурсом, зависит общий энергетический баланс процесса. Собственно, гликолиз – это определенная последовательность ферментативных реакций от углевода до пировиноградной кислоты. Образуется глюкоза-6-фосфат – метаболически активная форма глюкозы. В процессе гомоферментативного молочно-кислого брожения имеет место третьего типа химических превращений – перестройка, окислительно-восстановительные превращения и образование АТФ. Энергетический выход процесса таков. Образование двух молекул АТФ на молекулу глюкозы. Энергетическая эффективность процесса, то есть эффективность запасания выделяемой свободной энергии в молекулах АТФ составляет примерно 40%. Это результат того, что процесс замкнут на себя, то есть субстрат является источником веществ, доноров электронных источников веществ и акцепторов. Все это вместе взятое определило судьбу гомоферментативного молочно-кислого брожения. Молочно-кислое брожение применяется в производстве, при получении силосования и, а также биологического продукта кефира. Кефир – продукт совместной деятельности молочно-кислых бактерий и дрожжей. Известно много национальных мясомолочных продуктов, хумус, йогурт и другие, для приготовления которых используют кобылья, верблюжье, овечье, козье молоко. А в качестве закваски, естественно, возникшие и сохраняемые комплексы молочно-кислых бактерий и дрожжей. Молочно-кислые бактерии играют большую роль в процессе приготовления сыров сливочного масла. Первый этап производства сыров осуществляется молочно-кислыми бактериями. Скисание сливок, необходимое для получения сливочного масла, также называют бактерии рода Streptococcus. А также мы можем рассмотреть в производственных условиях, какие виды микроорганизмов играют роль при получении молочных продуктов. Например, при получении сметаны микроорганизмы называются Streptococcus lactus, который входит в состав закваски. Но они должны определенные условия соблюдать. Температура и продолжительность инкубации. Температура должна быть 22 градуса и продолжительность 18 часов. Йогурт также играет роль. Участвует в этом процессе Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus. В био-йогурте играет роль, а также при помощи Streptococcus lactis, Cremoris осуществляется процесс брожения. В кефире и в кумусе есть микроорганизмы, есть и живут. И осуществляет процесс с помощью дрожжей осуществляется, и а также Bacillus subtilis, Lactobacillus. И в твороге также необходимы роль микроорганизмов, как Streptococcus, Lactobacillus, Cremoris. Дальше, при получении различных уксусных кислот, лимонно-кислых, уксусно-кислых и шавелево-уксусной кислоты, как мы их выделяем? Уксусная кислота выделяется в среду, а шавелево-уксусная кислота декарбоксилируется, что приводит к образованию пирувата, пировиноградная кислота. Дальнейшее метаболизирование пирувата осуществляется по трем различным путям. Часть молекул восстанавливается до молочной кислоты, другая часть подвергается декарбоксилированию, приводящему к возникновению разных интермедиатов.
взаимодействию между ними, заканчивающимся синтезом молекулы диацетила. Восстановление последнего приводит к образованию ацетонина. Эта последовательность реакции не связана с получением клеткой энергии. Использующие мальтозу молочной кислой бактерии участвуют в квашении овощей. В мелко нарезанные овощи добавляют 2%-3% соли, создают условия, исключающие свободный доступ воздуха. Начинается спонтанное молочно-кислое брожение. Аналогичный процесс протекает при силосовании кормов, предназначенное для силосирования. Растительная масса плотно загружается в филосные башни или ямы. Чтобы повысить питательные свойства среды, добавляют меласу, а с целью создания более благоприятных условий для молочно-кислых бактерий растительную массу подкисляют. В этих условиях также протекает спонтанное молочно-кислое брожение.